Итак, по сюжету героическая армия вступает в бой с заведомо слабым противником, которого по всем раскладам должна вынести в одну калитку и с триумфом пройти парадным маршем по главной улице захваченной столицы. Назовем ее условно «Крест». Ну, киевляне ее так реально называют, это я вам как киевлянин говорю, «Крест». Но что-то идет не так. Внимание, поворот! Ну, давайте начинать воевать. Наши солдаты воюют насмерть, стоят насмерть, совершают чудеса. Мы смогли сделать то, что, в общем, от нас вообще никто не ожидал. Мы огромные украинские силы перемололи вообще в предполье, в полосе обеспечения. Плюс в результате их контрнаступа мы освободили довольно существенную территорию сами. Так если мы, наши войска, это делают, давайте будем их достойны на всех уровнях. Очень справедливо. Действительно, все правда, удивили. Вот русские богатыри стояли насмерть, потом умерли насмерть, потом некоторые сбежали насмерть, некоторые в плен сдались насмерть. Ну, богатыри.